Лондонский международный анимационный фестиваль добрался до Самары. Любителям короткометражного кино показали уникальные картины со всего мира. «Все чего-то ждут», «Зверь внутри», «Ода Джой» впервые зрителям представили документальную программу, всего 14 фильмов, лучших по итогам прошлого года. Это мини-зарисовки, поднимающие актуальные проблемы, а также анимированные интервью реальных людей. Напомню, в Лондоне фестиваль проходит с 2003 года и демонстрирует самые провокационные, интеллектуальные, сложные по содержанию техники короткометражки. Увидеть шедевры независимой анимации можно в художественном до 1 июня. Во-вторых, потому что сегодня здесь документальная анимация, и она будет еще неделю идти. Вот. А документальная анимация – это интересный новый жанр. Анимация уходит от реальности, а документальная анимация анимационными средствами пытается заново обрести реальность. Я смотрю ради того, чтобы там же они затрагивали темы, которые происходят в мире, которые волнуют людей, что происходит в окружающем мире, то есть узнать, что происходит в мире сейчас, что волнует людей, о чем они хотят рассказать и донести до нас.